моя школа. Смотрите, какая она обветшалая. Советский, да. Школа, где я учился. Красота. Трансформаторная подстанция. Лес. Красотень. Здесь я занимался спортом. Чего же они так не заштукатурят, а? Вот это раньше была столовая. 42-43 года назад. Улица Карабанова, 10, Андрей. Ну да. Вот да, такая вот школа. Сидишь вот здесь на лавочке, да? И смотришь вот на эту разруху, блин. Ну, здесь столовая была. Выключай, я тебе расскажу. Сейчас, подожди. Вот так смотришь, да, вот что за вид, да, вот разрушено. Ну что такое, а дети должны быть цветами жизни, еще для цветов жизни здесь творится. Ну что, что это? Нельзя заштукатурить, взять и это эмульсионкой покрасить. А ты меня не останавливай, все это в интернете будет выложено. И твое хватит тоже, пускай люди слышат как-то против моего протеста. Высказываешься. Верандочка была. Ну, здесь я бегал, прыгал на физкультуре. Лесочек такой вот красивый. Вот как было, все так и осталось. Ну, можно сказать, 40 лет назад я здесь последний раз был. Вот так вот. Ребята, ну давайте заштукатурите, сделайте порядок детям, а. Не позорьтесь, ведь никогда такого не было. Ладно, спасибо за внимание.